Здравствуйте, милые девушки! Сегодня хочу показать такой маленький лукбук осенних образов. Я получила PR-посылку и хочу скомбинировать несколько таких осенних зимних образов. Надеюсь, что вам понравится. Конечно же, все образы в такой моей стилистике. Выбираю всего лишь несколько цветов. Черный, белый и бежевый. Они легко сочетаются между собой. И первый образ хочу показать с таким объемным свитером, с горлом. Он идет оверсайз, объемные рукава, но при всем при этом он идет до косточек на бедрах, то есть он укороченный. Далее следующий свитер в таком оттенке camel, размер M-ка, и опять же я выбирала, чтобы был воротник стоечка, длинные рукава такие вот на манжете, и сам свитер точно так же внизу идет на резинке, можно убрать, можно сделать свитер на выпуск. Я люблю, когда вот зимние свитера объемные и есть обязательно воротник, какое-то горло, чтобы защищало от ветра, от холода и так далее, чтобы не нужно было носить шарф и образ выглядел как можно проще. И еще один образ с свитером. Хочу обратить ваше внимание, что все свитера я выбирала универсальные. Они отлично сочетаются, можно с одним черным пальто, черными джинсами дизель, с одной и той же обувью. Этот свитер идет уже с таким утрированным воротом, и он идет немножечко ниже бедер. Далее будет такая вот базовая черная футболка, но на ней есть такие элементы, которые, конечно, не относятся к базовому гардеробу, она идет немножечко в дырочку. Я специально выбирала именно такую футболку, мне вот хотелось с такими конструктивными особенностями. И поверх этой футболки я сейчас дополню образ, надену белую теплую рубашку. Давно мне хотелось что-то такое попробовать. И, конечно же, белый и черный цвет прекрасно сочетается. И все с теми же черными джинсами и той же обувью. То есть гардероб получается максимально функциональный. Я меняю только верх. Далее единственная цветная вещь, которую я выбрала, это вот такой костюм для дома. Кстати, моим малышам он очень понравился, и они просят, чтобы я его надевала. Дома я могу себе позволить быть в цвете, здесь доминирующий такой голубой оттенок, и мне очень он нравится, не оттенок, а цвет. Костюм довольно такой весистый, тяжеловатый, конечно же, ткань синтетическая, но зато он будет очень износостойкий. Можно бегать, прыгать, лежать, делать все, что угодно. По дому будет удобно и комфортно.